кто-то из великих бойцов сказал, что любой бой, который был, но если его не показали, считайте, что его не было. Я с этим согласен. Чей майбун спортив молдовенец? Сенсация в 9-м розыгрыше турнира. Яркое зрелище на мировом гра. Не уаре лог турнеу де K1. Ла категория шакуну и алтмуд. Знатный дик. А еще не новым рингом. 11 лупте дупа регулике. Дуэль между Дарьялом Кристианом и Сергеем Суховым. Литовец был повержен нокаутом. Центаля репера плюс Тиматин. Цели 4 лупте дин серия Суперфайт au fost la fel de spectaculoase. Constantin Țuțu la și la World Grand. Мало кто верил, что у меня это получится. Честно вам скажу, мало кто верил. Но все мои начинания в жизни я всегда доводил до конца. Я в это верил. У меня была хорошая школа японская. Я много лет этому за этим наблюдал, учился, смотрел. У меня любимая страна Япония, очень близко мне. Я много раз туда ездил. Вот там я и познакомился вот с этими новыми по тем временам шоу, а именно бои К1, бои смешанные Pride. Это японские проекты, очень знаменитые по тем временам, которые собирали миллионные просмотры по всему миру. И в 2009 году здесь, в Кишиневе, в Молдавии, зарегистрировали первую бойцовскую профессиональную организацию FIA, Fighting and Entertainment Association. И 20 декабря так получилось, что все-таки сумели организовать первое шоу, на тот момент самое красивое, которое было до тех пор в Республике Молдова, в Кишиневе. Когда я вступил в должность вице-министра, почему-то, если говорить о федерации K1, не хотели регистрировать. Даже собирались подавать в суд спортсмены, тренера. Поэтому я горд тем, что мы зарегистрировали эту федерацию. Ребята доказали, что за 5 лет можно добиваться просто очень больших высот. Когда мы начинали в 2009 году, на первом же турнире нашем, я себе сказал, если понравится мне лично тот боец, который выиграет эту восьмерку и станет чемпионом, то быть этому проекту будущее. Есть, значит, есть будущее у феи. Если нет, значит, нет, будет один турнир и все. Вы знаете, тогда первым чемпионом стал Константин Цуцу. Конечно, сейчас Константин знаменитый не только в нашей стране, но и во всем мире. Костя стал после этого неоднократным чемпионом Европы, мира, всеобщих кубков, кубков мира. Конечно, он абсолютный чемпион сейчас. Конечно, он наша гордость, и на него равняются все. Это очень хорошо, что за Костей выросли еще плеяда бойцов. Очень тоже хороших, таких как Кристиан Дарил в категории 71 килограмм. Он тоже в топе лучших в мире. Максим Райлян, 65. Станислав Реница, молодой перспективный боец, в 65. Павел Воронин, 93. В боях очень ценятся тяжи, тяжеловесы. Они самые зрелищные считаются. Но тяжей мало. Так и у нас было. Я не видел тяжей. 3 года назад я их просто не видел. В Республике Молдова, я имею в виду. Но за последние годы все лучше и лучше стали выступать наши тяжи, такие как Стефан Крлиг, Максим Болотов. И они становятся все опытнее и увереннее в себя. И уже участвуют и встречаются на ринге с очень знаменитыми бойцами, с мировым именем. Фея 3 года назад
инициировала, и с ее участием была создана и зарегистрирована федерация, любительская федерация К1. Зарегистрировано очень много бойцов, где-то имеем около 1000 детей, юношей, которые занимаются в наших клубах, участвовали на чемпионатах Европы, мира, кубках мира, имеем чемпионов. Могу сказать, что сборная Республики Молдова по К1 любителям одна из лучших на сегодняшний день в мире. И, конечно, мы этим гордимся, потому что любительский вид спорта – это база для профессионального. Из любителей приходят в профессионалах, а не наоборот. Феи на контракте. Есть много бойцов с мировым именем. Бойцы из Азии, Америки, Европы. Я очень рад, что за это время мы смогли вырасти плеяду хороших профессиональных бойцов, о которых практически никто не знал. А сейчас о них знает весь мир. Если быть более точным, то проект KOK, King of Kings, это совместный проект с европейским партнером, с моим близким другом Донатасом Симонайтисом, провели 22, но до конца года они будут 25. Закончим 20 декабря, когда нам исполнится 5 лет. Вот в этот же день в Кишиневе пройдет последний в этом году, в 2014 году, шоу. Это будет 25-е шоу King of Kings. Совместный большой красивый проект, который показывают во всем мире в лайв-трансляции по каналу Евроспорт, по каналу Fightbox. Обязательно фея поднимается не мелкими шагами, а большими шагами. То, что достигла через 5 лет фея, это другие организации достигают 20 лет. Это называется «шагаем большими шагами», и у феи большие возможности. И на данный момент у нас как партнер, один из самых сильных партнеров в мире. И больше нету что добавить, потому что идем одной дорогой. А фея через 10 лет, я думаю, будет выше настолько, насколько может другие подниматься на 40 лет. Кроме проекта King of Kings, мы ведем проект Eagles. Это наш местный проект. И могу раскрыть секрет. В следующем году мы планируем начать новый проект, очень интересный, который, надеюсь, будет со временем тоже очень знаменитый и востребованным во всем мире. Если считать только в Республике Молдова, только в Кишиневе, то мы провели 14 турниров, больших шоу. Они, конечно, не все были уровня, которого мы достигли последние годы, последние турниры, там последние 4-5 турниров. Но мы шли к этому. По последним результатам можно судить, что реально нам это удалось. Большие компании должны быть заинтересованы в том, чтобы быть спонсорами таких мероприятий, которые мы проводим. А для этого нужно показать, конечно, наивысший уровень. Вот мы стараемся и старались до сих пор это показать. Сейчас, конечно, у нас очень много предложений от крупных мировых компаний насчет партнерства в наших проектах. У нас контракт с Евроспортом на следующие годы, контракт с Файтбоксом, тоже очень популярным каналом спортивным. А дальше ведутся переговоры о новых контрактах с другими телевидениями и с разными очень знаменитыми мировыми брендами, которые бы хотели с нами сотрудничать. У меня была мечта еще одна, очень такая интересная, связанная с боями. Это воспитать наших зрителей. Правильно воспитать. Опять же, вернемся к Японии. Я видел, насколько люди любят, насколько они следят за этим шоу, за все, что происходит не только на боях, но и после боя. Все ждут, все хотят это видеть, все стараются заранее купить лучшие билеты, лучшие места, быть ближе, делать какие-то фотографии со звездами, получить какие-то автографы. И я очень рад, что мне это удалось.
мы реально за эти годы воспитали наших зрителей, потому что они поняли, что это не просто как какие-то бои в каком-то подвале, а это реальное шоу, где на ринге профессионалы. И даже иностранцы, которые к нам приезжают на бои, бойцы, промоутеры, с удивлением говорят, что у вас в зале люди приходят как на очень серьезное мероприятие, по-другому одеты, все очень красивые, все очень взволнованы и ждут вот этого мероприятия. Конечно, есть сейчас второй этап, более сложный, к которому мы идем. Это проведение не только в Республике Молдова, но уже наши проекты проводятся по всему миру. Германия, Польша, Литва, Англия. Планируем в Азии проводить такие турниры. Это сложно со всех, как бы сказать, направлений. Но я думаю, что нам это удастся в скором будущем. И об нашей ассоциации, об нашей организации, о проекте King of Kings не то что узнает весь мир, но реально будет первый и самый лучший проект в мире. Понимаете, на каждом турнире, на каждом бое за чемпионский титул играет им и поднимается флаг страны. Конечно, это очень важно для нас, чтобы о нас знали, как о маленькой, но гордой стране. И еще я считаю себя патриотом своей страны. Это не будет громко сказано, но реально так и есть. Я люблю свою страну, поэтому и создал, и открыл эту федерацию, ассоциацию здесь, в Молдове, а не где-то за границей. И стараюсь как можно больше проводить дома таких больших шоу, чтобы радовать наших зрителей местных, раз. А второе, чтобы о нас узнали, что именно в Кишиневе проводятся одни из лучших в мире шоу, одни из лучших в мире проектов, где приезжают звезды, мировые звезды, где нет свободных билетов и нельзя попасть, где есть хорошие трансляции, и нас смотрит весь мир. Это мой проект для души, можно сказать. Я говорил об этом. У каждого в жизни, кроме бизнеса, кроме всего прочего материального, должно быть один проект для души. Хотел привести искренние слова благодарности моему хорошему другу и партнеру по проекту King of Kings. Это Доната Симонайтис, президент Всемирной Федерации Бушидо и президент Всемирной Федерации К1, любительской федерации. Он был рядом все эти годы, он помогал мне, он направлял, и, конечно, ему очень благодарен. Благодарность и спасибо хочу сказать тем людям, их немало, которые поддерживали даже советами нас, ассоциацию «Фея», верили в нас, зрителям и любителям нашего проекта, что они рядом с нами на протяжении всех 5 лет, что они приходят, что они болеют, что они поддерживают и нас, и наших бойцов, за их любовь к этому спорту. Огромное спасибо. We'll be right back.
Данная федерация является, если хотите, примером для многих федераций. Когда речь идет о профессиональных видах или о чемпионате Европы, чемпионате мира, то тогда очень важно, чтобы во главе федерации был хороший менеджер. Вот с этим я поздравляю федерацию, ассоциацию ФЕА, федерацию КЕЮАН. И я горд тем, что у нас есть такая ассоциация. И хочу их поздравить, и чтобы они в том же духе продолжали дальше. И мы, дай Бог, чтобы мы встретились и через 5, и через 10 лет еще раз. Я пожелаю развиваться, развиваться, подниматься. Бывайте больно, но все равно упал, поднялся, идешь дальше. Я думаю, что ФЕА Петелин сделал очень много, и за другие годы еще сделает еще больше. Sărbătoresc cu 15 ani de la, aceste gale. Mult succes și să continue pe drumul ăsta. Ну, я вам хочу сказать, для организации это очень маленький срок. И мы уже видим, что за 5 лет проделана большая работа. И результаты вот налицо. Я вот, насколько я знаю, что билеты были проданы еще за месяц. Вот. Ну, в данном случае, в данное время, сейчас похвастаться таким спросом, я думаю, наверное, может не каждый. Да? Ну, я хочу пожелать ассоциации ФЕА, что и дальше мы очень хорошо работали, и чтобы ассоциация ФЕА вошла в самые крупнейшие ассоциации боевых искусств во всем мире. Le doresc la mulți ani, le doresc mai multe, cât mai multe succese și în același timp, cine știe, poate în următoarele gale pot ajung să lupt și eu aici în Moldova, alături de sportivii moldoveni. Thank you, everything you're doing. I hope you're going to do more for sport and more for fight sport, for sure.